Хей, гайз, с вами Шумики, мы продолжим бродить игру по названием Апоцион. Ну что, давайте, короче... Так, немножечко мне нужно одну вещь сделать. 2016 года. Или это у меня на компьютере такая дата стоит? Подождите, что не врубаюсь. Так, загрузка, я хотел одну вещь сделать, потому что на меня... Гнида напала и уже отняла хп. Я думаю, нафиг оно мне надо? Так, у нас наверху что-то все еще там есть. А, фу, я думал, он хочет на меня напасть. Вот они могут на меня точно попасть, потому что в меня один раз уже попали. Так, подождите, давайте немножечко оружие. Что мне вообще по оружию? Я уже не помню, подождите, подождите, подождите. 45. Так, 30. Читам 50%. 35, 25, 35, 30. Ну, я думаю, копье лучше обычно пока что использовать. Вот это. Потом, если что, на топор переключимся. Так, нам, по идее, здесь по заданиям осталось только победить Мантикору. О, стоп, 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 стоп. Это мне заново раз... Нельзя путешествовать во время боя. Но собака мертвая, нет? Подожди. Здесь я был, тут я плавал. А, мне типа этого волка обязательно нужно одолеть. Тут еще закрытый механизм. Здесь территория хорошо закрыта. Здесь можно попасть, тут что-то есть наверху. Здесь что-то есть, там тоже закрыто. Ну просто несколько ударов, у меня уже копье сломато. Ну что это за бредятина? Ну может быть это... Чтобы войти в Хаммер, следуйте по кислотному следу. Так, это мне не нравится. Подожди. Тут есть... Ух ты, где он находится? Лес Артемиды, это выход. 4 сундука. Кислотный след. Не мертвые. Блин, копье. Ну ладно, хотя подхилился. Ох ты ж, бля. Здравствуйте. А, так он ломается даже когда об землю бьется. Ни хрена себе. ГГ. Короче, лучше не бить нихера. Лучше вернуться. Так, вот это вот херово, потому что он довольно сильный. Я уже проверял это. В прошлой или позапрошлой серии. Пошла отсюда. Но хп очень быстро носится. Так, там только крыса. Внизу много очень места. Блин, понимаете, проблема в чем?
Проблема в том, что здесь некоторая территория не показывается. Мне понятное дело, что нужно походу вниз. Сложно. Так, мне железная здесь булава лежит, поэтому я лучше железной пока похожу. Железная булава, если не ошибаюсь, больше, чем копье наносит. 25. А, ну одинаково, в принципе, слушайте. Хотя, в принципе, одинаково. Постоянно переключаю. Блин. А, тут без щита тоже нормально, слушайте. Ну ладно. Так, туда лучше наверх не идти. Там что-то типа ценное, но... Так, составные наручи. Арма 3. Взрывные стрелы. Капли сияния. Один луч солнечного света поймал в заколдованный сосуд. При освобождении прогнание тьмы лучше, чем ярчайший факел. Дарует ауру света. Действие 75 секунд. 10 максимум. Но я думаю, это лучше просто оставить. Ну, смотрите, здесь мне, в принципе... А, я типа просто... Булыжник как оружие взял? Там есть хороший сундук. Я могу с ним прыгать. Я понял, спасибо. Ну, булыжник он хотя бы ваншотит, слушайте. Булыжник ваншотит, и это очень хорошо нас... Ой, булыжник. Булава. Это больше камни. Может быть... Не... Ну там что-то он охранял, это по-любому, я видел это. Мне кажется, лучше сейчас пока что наверх забраться. Объясню почему. Булава здесь не исчезнет, да? И да, я ее могу потом обратно поменять. Ой, не ту булаву взял, подожди. Хотя я могу... И все. Нектар лечения... Набор для ремонта. Так, давайте... Не знаю, нектар лечения брать... Да, уже не надо. Блин, ну здесь надо осторожно, потому что в какой-то степени здесь врагов... Ух ты ж сколько.
И мне нужно не теряться, куда мне вообще идти. Давайте наверх пока сюда сходим. Я отсюда, да, пришел? Нам сюда наверх. Это с этой стороны только. Подожди, сундуки то... А, ну этот сундук я блутал. Там просто, наверное, что-то есть, и поэтому, типа, он отмечен. Так, здесь ничего ценного. Так, ножи, и там что-то в темноте. Здесь у нас... А смотрите, это слон. Также еще разрешилась эхидна, изгнащая пламя. Мощный, большой, быстроногий химера с тремя головами. Первая огненноколе льва. Ужасный видом козий, другая, а третья могут змея дракона. Могучего змея дракона. Так, ладно, возьмем камушек. Так, чувствуется, туда лучше потом пойти. Ну, фиг его на самом деле. Ну, походу, мне вот сюда нужно. Давайте наверх, сюда и вернемся. А камушек непрост. Камушек не так уж и прост. Что такое меч? А, так тут ничего не было. Печально, ну ладно. Печально, печально. Блин, я туда не хочу идти, я хочу посмотреть в другом проходе. Но понимаете, дело в том, что если я... А я не помню, подождите. Они у меня восстановились, враги, или нет? Когда я... Ну, мелкие, да, типа, волки восстановились. Ой. До свидания. Ладно, булыжник еще живой. Можно булыжником попользоваться. Нет, булыжник на самом деле очень хорошая вещь. Слушайте. Типа, он помогает разбираться. Ах, зараза. Подойди. Так, а теперь мне нужен булыжник. Не, к волку лучше не идти. А там есть наверху проход. Блин, давайте, ладно, сюда пока что. Да не соси. Подожди, а чё ты тут нагнутый?
Осланёнок, кто непростой. Не-не-не-не-не. Да иди ты в сраку. Ишь ты какой. Ха. Гомнюк. Так, подождите, С это крафтить, да? Давайте тогда я F отхил. Ага. Накрафтю себе неуязвимости, потому что кто знает, что может быть. Взрывной кувшин. И призывалок возьму хотя бы две. Так, где моя булава? Вот моя булава. Мне бы камень найти. А, булыжник. Нашел. Привет. Так, там что-то есть. Там что-то есть. А ну, падайте. Лыжничек, побежали. Ну видите, он типа его ваншотит. Булыжник непростой. Пермские виллы. Так я еще из камня могу залазить. Ни хрена себе. Хоп. Ладно. Булыжник. Готово. Я типа украшения нашел. О, это опасно, ладно. И чё, как тебе мой камень? Ай. 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 Ну давай. Тварь. Ну ты и тварь. Где мой камень? Ну чё это за фигня? Он меня поставил! Меня подставили! Так, а теперь мне нужно забрать тот булыжник, который у нас еще до этого был. Он здесь, да? Где-то... Где булыжник мой? Где мой второй булыжник? А, вот он. О, да, отвали! Я кину! А я брошу! Я брошу его! Я брошу? Только попробуй. Я с камнем уйду отсюда. Уходи! У меня есть камень! Ты понимаешь, что такое камень? Это камень убийств. Вот зараза. Он тупой просто.
Я ему говорю, что у меня есть камень, а он такой, ну мне все равно. Есть у тебя камень? Нету? Да ладно. Интересно, а булочник сможет сломать? Он сумел! И неплохо, я вам скажу. О! Нахера так пугать? Манать мне сердце дрогнуло. Надеюсь, волк там не оживет. Не, видите, хорошо то, что они типа это... Не спавнятся. Что они заново не спавнятся. Или спавнятся. Так, еще сюда, да, нужно было сходить. Там, скорее всего, нету ничего. Здесь, я понял, битва с боссом. Значит, да, мы спускаемся сюда вниз. Но если это место... Так, подожди. Если на то уже пошло, тогда мне нужно собирать всякие хилочки, оружие. Хорошо. Что тут есть? Взрывная мина. Ксива с героем. Так, подожди, а Ксива сколько наносит? 30. 30, 25. Давайте Ксива с героя тогда я возьму. Хотя, ладно, дубинку тоже поюзаю. Но у меня есть камень. Камень мощнее всего, что здесь вообще есть. Херово то, что да, он бывает застревает в текстурах, ну, незначительно, но застревает. Так, булыжник я заберу. Тайник убийцы, блин, у меня, замечу, ключа снова нету. Мне много куда нужно ключ, но у меня ключа нету. Значит, туда мне не попасть. Давайте наверх попытаемся отсюда еще забраться куда-то. Ладно. Тварина. Оп. Ну вот это, когда он меня берет и швыряет, это такой бред. Ладно, я привыкну к воротам. В камень ты меня подвел. Пиздец. Ладно. Нормально. Быстрое переключение, только жалко тут нету. Булыжник. Но главное то, что у меня есть булыжник, и это главное. Все.
У меня есть булыжник. Булыжник мощный очень. Мощнее всех орудий вообще в игре, как я понял. Мой булыжник. Ха! Лещит не помог! Ха! Не, лучше булыжник сменю, мне кажется. Вот здесь лучше булыжник сменить. Здесь тупик, да, у нас получается? Давайте... Осторожней как-то вниз. А, не, подожди, я ксифоз поменяю. Меч свой. Ксифозный. То, что этот, мне кажется... Ну, блин, ну, понимаете, просто использовать потом просто так... Починочный свой этот... Ну, вообще как-то не хочется. Инструмент, типа, я имею в виду, это нижний. Мы с вами сейчас просто сходим вниз. Просто вниз. И посмотрим, может там серьезно тоже что-то открывается. Вот, допустим, здесь. Видите, здесь есть тоже проход куда-то. Ой, да бля! Зараза. Но мне камень хотел сломать. Я ви... Да ну что у вас за привычкой лезть, когда я почти... Давай, давай, ну, ну. Как они раздражают. Ладно, поновее возьму. Хотя... Ладно, плевать. Так, здесь меня этот пес ждет. Ну, ну, давай, давай, ну. Что такое? Давай я подожду, когда ты прыгнешь. Тварь. Так, что здесь у нас? Стой, там что-то ценное. Нифига там баночек. Я туда пойду, и потом пойдем на босса, потому что... Это, считайте, бессмертие. А кому... Халявное бессмертие не нужно? А, туда, походу, мне тоже не попасть. Так, сокровище. Блин, здесь надо смотреть, на самом деле. Воу! Блин. Фу, хорошо, что я... Все рассмотрел. Значит, сюда мне смысла нету идти, сюда вниз. Там есть все-таки спуск? Почему показывает, что ничего там нету? А, ну там есть спуск до угла только. Тут только есть, в принципе, до низа. И все. Так, ну блин, сюда пробраться бы, но... Мне нужно, короче, здесь вот открыть как-то. Я туда смогу залезть. Больше здесь ничего нету. Ну да, ладно, погнали. Выбираться отсюда. Где моя там булава эта? Мне камень теперь нужно где-то быстренько раздобыть. Тихо. Подожди, я ж отсюда, да, пришел? Ох, черт, а мне с ним по-любому встречаться. Давайте подожду, пока он отвернется, я быстренько пробегусь.
Зашибись. ГГ. Ну, я хотя бы научился более-менее уворачиваться от всего этого. Типа, когда он хочет кусить, он, типа, раздвигает руки. Руки раздвигает. О, клык возьму. Так, Миша, сюда, да? Да-да, сейчас сюда, наверх. Ау. Булыжничек, ты в порядке? Воу-воу! Тихо-тихо. А чё их так... так много? Чего их тут так много? Куда я вообще полез? Стой, тут есть проход? Куда я вообще иду? Как я тут оказался? А мне по-любому только сюда идти. Так, ладненько, полежи тогда здесь. Полежи пока что здесь. Ладно, главное, чтобы я этого убил. А, вот откуда ты здесь. Ну, сори, тогда я тебя граблю. Надеюсь, ты не против. Ладно. Там я был. Так, ну что, погнали. Как я понимаю, этот босс здесь, поэтому я F5 жму. Подожди. Давайте, наверное, сразу выпью. Не, призову себе этих. Мера. Ни хрена себе! Камуня, кому атакуют? Тут есть еще камни? Просто изи, ребят. Кто его убил? Камень его убил. Все. Его убил камень. Понимаете? Вот наш победитель. Вот у меня в руках. Он просто нечто. Он просто уничтожил все, что мне необходимо было уничтожить. Представьте, насколько камень мощный. Четыре броска. Их тут много, этих камней. То есть, знаете, кто-то вручную их атакует. Я использовал окружение, так сказать.
Да, может быть это, ну, нечестно, но... Да какая разница? Камень. Их уничтожил камень. Даже не я, камень. Ладно, погнали отсюда. Там выход. Так, булыжничек. Как я понимаю, мне нужен ключ, и я все равно сюда попозже вернусь. Блин, ради одного сундука. Погнали в лес. Ну, камень у нас есть. Вообще посрать. Найти нимф. F5 сразу. Просто херня в том, что я не знаю, что здесь находится. А тут... А, здесь же пещера с волком была, точно. Видите врага, просто прыгайте. Сейчас отправимся к химерам. Ну и ну, похоже, он справился. Последний смертным, кто охотился руками об руку с Артемидом, был могучий Орион. Но потом он пал от жала Скорпиона. Да, и последним человеком, что видел священную рощу, был бедняка Актеон. Ах, загрязненный собственными гончими. Думаешь, тебе ожидает судьба получше? Ну беги же, маленький герой, охотница тебя ждет. Найдите лук Артемида. Ну, с Артемидой мы, думаю, повидаемся в следующий раз. А как туда попасть? Только через верх сюда. А там открыто. Давайте сейчас скажу наверх сюда, к там, где сундук. Пойди, мы 3 задания выполнили, которые нам говорили. И пойди, мне должны открыть. Пойди. Замечу, я говорю, пойди. Ладно, пока с камнем похожу. Чтобы на всякий случай, знаете, там враг будет. А я бац такой камнем по лицу. Фух, я думал, это уже враг на меня. Я думаю, а, ну видите, а я же говорил. Так, туда мне нужно попасть, там что-то есть. Я принес камень. Почему я выполнил 3 задания? Одолей того-то, одолей того-то. Ну, открывай! Ладно. Да-да. Именно после того, как я выбросил камень. Именно после того, как я выбросил камень, отлично. Ладненько, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. В следующей серии мы отправимся к Артемиде и посмотрим, что будет. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.